Известная телеведущая Эвелина Блёден стала одним из почетных гостей презентации видеоклипа группы «Земляне». Вместе с ней поддержать популярных много лет назад музыкантов пришли Катя Лели, Юлия Михальчик, а также бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская. Больше по теме Эвелина Блёден мечтает принять ванну с Брэдом Питтом. Звезда разоткровенничалась о своей личной жизни. Когда со сцены заиграла самая популярная песня коллектива «Трава у дома», Блёден схватила под руку свою подругу Юлию Михальчик и потащила на сцену. Звезды устроили настоящую вакханалию, кружась и куражась перед публикой. Они с радостью подпевали со сцены и заводили зал. Получилось у них, надо признать, очень неплохо. Зрители подхватили порыв звезд и стали петь легендарный хит. Между тем корреспондентов интересовало, как обстоят дела на личном фронте у Блёденс. Известно, что 2 года назад она развелась с продюсером и режиссером Александром Семиным. У звезды поинтересовались, не собирается ли она завести молодого любовника, как сегодня поступают ее некоторые коллеги из мира шоу-бизнеса. На это Блёденс ответила, что у нее столько дел, что не до любовников, сообщает портал Дни.ру.